Добрый день, друзья мои телезрители. С вами снова Бородач. А значит, вы смотрите телеканал «Быстро и вкусно», где я рассказываю и показываю простые рецепты вкусных блюд. А точнее, сегодня с вами целых два бородача. Один бородач старший, другой бородач младший. Вот поздоровайся с телезрителями. Привет, телезрители. Привет, телезрители. В общем, сегодня мы готовим детский торт, наш любимый. Его дети любят не только готовить, то есть, точнее, не только есть, но еще они любят его очень готовить. Для этого нам понадобятся вафли, вот такие вот в магазине продаются, стоят 50 рублей, продаются в каждом супермаркете. Дальше пачка масла и банка сгущенки. Все, больше ничего не надо. Простые компоненты, делается, как всегда у меня все рецепты, за 10 минут и получается во! Но сейчас все покажем. В общем, с вафлями здесь никакой загвоздки нет, они уже готовы, их только распаковать и все. Основная загвоздка — это крем сделать. Да и то это не очень сложно, делается он очень быстро. Берем кастрюльку, вываливаем сюда масло. Масло немного, сразу скажу, надо разморозить, чтобы оно не было очень твердым. Так, вываливаем. Дальше банку сгущенки открываем, тоже сюда вываливаем и все перемешиваем. Сейчас покажу. Так, ну поехали. Давай, сын, делай крем. В общем, пачку масла и банку сгущенки наливаем в кастрюлю. Просто перемешиваем, чтобы комочков от масла не было, чтобы масло полностью растворилось в гущенке, чтобы однородная масса получилась. И крем готов. Никаких проблем. Ну что, получается? Да. Сейчас папа все быстро сделает. Папа берет вот такую вот штуку и бац-бац-бац. Ровно за одну минуту сейчас крем будет готов. Прям в прямом эфире на ваших глазах. Следите, чтобы комочков масла не было. Если все комочки разойдутся равномерно, значит, крем готов. Ну вот, еще немного. Еще чуть-чуть. И все. Никаких проблем. А это на-ка облизывай вкуснятину. Так, ну что, бородач младший, поехали делать торт. Значит, берем первую вафлю. И просто мажем ее сверху кремом. Никаких проблем. Густо-густо мажем кремом. Давай, показывай, как ты мажешь. Вот так, да. Можно руки намазать. Не проблема. Можно стол намазать. Можно папу намазать. Обычно так все и происходит. Вот так мажем каждый корж. Давай-давай, получше намажь. Чтобы не было пустых участков. Чтобы каждая клеточка вафельной была промазанная. Вот так, отлично. И теперь кладем сверху второй корж. И опять мажем. И так, короче, все коржи. Пока они не закончатся. Ровно, ровно кладем. Вот так. И мажем теперь второй корж. А потом и третий, и четвертый, и пятый, и восемнадцатый. Ну вот, все коржи намазаны. Такой вот вид торта у меня получился. Немного неприглядный. Его надо украсить. Украшаю я обычно его сверху вот дольками лимона и какими-нибудь ягодами. В данном случае у меня свежая малина с дачи. Если я зимой делаю, то у меня всегда замороженная какая-нибудь ягода. Обычно малина. Делаю я следующим образом. Вот так вот дольку лимона. Дальше. Вторую дольку лимона. Ну, здесь фантазия безгранична, можете делать как хотите.
мы уж делаем, как привыкли. Так всегда делаем уже несколько лет. Нам нравится. Так вот, долька лимона. Можете украшать чем хотите. Можете вообще не украшать. Ну вот как-то так. Не слишком, конечно, презентабельно. Но, в принципе, нормально. Так, сынок, а теперь вот возьми малинку и раскидай по бокам, чтобы красота была. Вот тут вокруг. Давай, опа, да, вот так вот. Бац, бац. Бац, бац, бац. Ну, то есть, можно сразу по нескольку дать, да? Можно по нескольку. Опа, опа. Опа, опа. Америка, Европа. Ну, хватит, я думаю. И остатками крема польем. Вот что-то в этом роде. Ну, можно сказать, все, торт готов. Его можно употреблять прямо сейчас. Но лучше, чтобы он немного пропитался. То есть часок постоит, вафли пропитаются, и будем тогда уже есть. Так, ну что же, отведаем, что у нас сегодня здесь получилось. Торт этот детский, поэтому я вмешиваться в его пробу не буду. Дети, кстати, не только любят его есть, но, как вы поняли, очень любят его готовить. Малинки положим. Например, мы такой торт делали уже много раз. Сколько раз ты такой торт делал? Много, наверное, миллион. Миллион раз? Короче, мы такой торт делали уже миллион раз. И всем нравится. И мне, и жене, и Татоше. Ну ладно, поехали, пробуем. Вот чай, вот торт. А я посижу, помолчу. Отрезать тебе кусочек? Да не, вот так. Сам справишься? Бери прям его вот так. Целиком, да. Целиком кусай. Вкуснятина? Очень вкусно. Скажи, вкуснятина говядина. Вкуснятина говядина. Ладно, друзья. Ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Ну и подписывайтесь на наш канал, если вдруг вы еще не подписаны. До новых встреч. Пей чаёк.